Приветствую, мои хорошие, меня зовут Алексей, и это очередной выпуск по Старкрафту, и уже под номером 300. Кеша, сколько будет 150 плюс 150? 300! Садись! Фу, сука! Ну что, мои хорошие, давайте не будем задерживаться, командный режим 3 на 3, а тираны, зерги, протосы, в общем, все, что вы любите, все, что вы знаете, понимаете, и давайте начнем с того же Тайкуса. Тут очень часто попадаются ребята, которые строят полнейшую дичь, поэтому давайте я на память зафиксирую свою стату. Блять, давай, стата, до свидания, давайте я успею поставить Тайкуса того же, вот, и мы уже начинаем. Это ёж? Руками не трожь. Ребята, мы начинаем. Чёрт, давно пора. Давайте с того же газа, потому что у нас второе место. Можем себе это позволить. Если было первое место, тогда в первую очередь Тайкуса, чтобы занимать центр, а потом уже газ. Итак, пройдемся по нашим союзникам. Газ ничего и по традиции газ ничего. Обалденная тема, обалденные билды. Уже можно заканчивать видео. Это победа. Это победа, это потрачено. Вот, денежек уже скапливается, поэтому давайте того же Тайкуса обязательно убираем с автокаста гранату и уже продвигаемся дальше. Наш выход, так давай уже, Тайкус, черно, да, пора. Вот, я не понимаю, можно было поставить одного юнита, занять от центра, тем более противник ничего не делает, и вся команда получила бы преимущество по денежкам, да? Но, ладно, давайте я постараюсь не бомбить, по крайней мере, сильно. Хотя очень часто хочется. Так, давайте, ребята, продолжаем жарить загару. Ну, загара, давай, моя хорошая, Бейлы, нет, Бейлы, блядь. О, почти, почти. Здорово, давайте, ребята, газ убираем, потому что нужно справляться с загарой. Ну, а наши вообще не заморачиваются. Блядь, Т2, там, блядь, вообще ни хера. А, тоже Т2. Почему нет? Центр не держим, ни хера они не строят. Давайте, нет, Леха разберется в ущерб своей экономике. Давайте ядрил того же, нужно танковать и собачек убивать. Па-па-пара-пара-па. Денежек мало, вы держитесь там. Я пытаюсь сделать ядрил до нашего выхода. И это, вау, неужели, неужели. Следующий газ, ребят, я не понимаю, почему наши нихера не делают. Типа и так сойдет, начинается какая-то аэр-херня, а здесь то... Блять, аэрхерня. Два раза аэрхерня, короче, два раза. Я не понимаю. Тара-тара-тара. Так иначе мы занимаем центр. Ребят, я дико извиняюсь, если скажете: Лёха, что ты бузишь, ёпта, забазарился. Вот, я, разумеется, рад вас видеть. Давно не было видео. Тем более вы иногда просили в комментариях. Вот, собственно, получайте и распишитесь. Против... Сука, против Стукова строить воздух — это смерти подобно. Это до первого апса Стуков настолько унижает воздух, что... Ну, в общем, он увидит, насколько Стуков может унижать воздух. Давайте сделаем каст на... Точнее, улучшение на восстановление. И... Братан, давай. Лечу. Какую хуйню не строят, ребята? Ой, я не могу. Ну... Вы скажете, что ты бузишь, да? Он сдюживает. Ну как сдюживает? Вы посмотрите там. Просто я уже понимаю, чем это закончится. Если с этого началось, я понимаю уже, чем это закончится. Давайте собираем собак побольше и держи, мой хороший. Буч! Буч и нахлобуч. Продолжаем удерживать центр и надеяться на меня. Серьезно, ребят, я... Такой достаточно скромный человек, но то, что делают союзники, блядь, надейтесь только на меня, потому что ничего хорошего. Значит, следующий выход, мы продолжаем дамажить противника, и у него остается уже очень мало здоровья. Первый скан, но опять же, это за счет того, что там бункера еле живые, когда там пойдут те же самые аспиды, которые сажают воздух, когда пойдут либераторы, которые херачат воздух по площади, в общем, ничего хорошего не ждет. Давайте продолжать делать улучшения. Я сразу делаю улучшения также на Т4, и потом уже, когда будет, точнее, Т3, и тогда сразу прокачаем. Блять, вообще бесполезный чел, бесполезный. Не могу, братан, что ты делаешь-то, а? Так иначе, продолжаем раздавать. Опять же, плохо, что мы сражаемся на стороне нашей, и противник удерживает центр. Но видишь, я не могу банально выйти, потому что...
Потому что все кончается на утара-тара-тара-та. Продолжаем дымажить, блять, я уже не сдюживаю. Я уже банально не сдюживаю. Хотя у загара остается очень мало войск. Нужно продолжать добавлять того же ядрилу. И давайте, опять же, давайте продолжать. Здорово, вылетает аэр-херня. И будем надеяться, что он сдюжит. Ребят, вот о чем я говорил, блять. Буквально там пару выходов он с горем пополам убил. Все нахер. Давай, до свидания. И следующий идиот по воздуху. Я буду называть идиот 1 и идиот 2. Который строит полнейшую дичь. Дичь. Ты втираешь какую-то дичь. Не могу. Мы с Тамарой хуем парой. Два дебила — это сила. Биба и Боба — два. Понимаете, да? Так, выход Артаниса. Вот. И... разумеется, он кастанул уже щит, придется долго его убивать и пробивать, и даже, может, и ядрило «давай, до свидания» будет, потому что дэмэдж по броне и все такое. Вот, у нас уже есть денежка, давайте отобьем выход, ну, по крайней мере, попытаемся это сделать, а потом уже будем разговаривать. Тем более, что противник активно уже херачит по нашей базе. Я специально сделал, скажем так, скриншот в памяти своей статы, потому что сейчас будет полнейшая дичь. Я часто бывает, знаете, ребята, бегаю по разным рандом-пати и пытаюсь найти адекватных союзников. Потому что если я захожу, вижу, что у человека 20 поражений подряд, то, разумеется, надеяться не стоит, что он там сейчас пойдет и затащит. Вот, опять же, всякую хуйню будет строить и портить мне статистику. Вот, я сюда прихожу не для того, чтобы со всякими... Ладно. Ча-ча-ча-ча-ча. Он полностью бесполезен, блять. Нахуячил воздух, блять. Он специализируется по воздуху, бонус по броне и все такое. С горем пополам он там что-то дымажит, но не более того. Наш выход. Продолжаем дымажить и надеяться на лучшее. Разумеется, ни о каком захвате центра пока речи нет и не будет, по всей видимости. Давайте, давайте, мои хорошие, побольше. Ой, что творится-то в селе, господи, что? Продолжаем. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать мне та-та-та, тра-та-та, следующий противник. Противник, он слышал, у меня противник. А чё нет, чё нет? Строит полнейшую дичь? Да его сейчас одни либераторы только пожухают. Ему даже, блядь, не надо помогать с помощью бункеров. О чём я говорил, ребятушки мои хорошие? Всякую хуйню настроил. Что это за дичь? Они даже центр не могут занять. Продолжаем делать улучшения, давайте на того же Тайкуса. Вот, и надеяться. Уже на меня надеяться не стоит. Уже все, уже поезд уехал, похоже. Я, знаете, ребят, часто задаюсь таким вопросом. Ну, человек потерпел поражение в 20 матчах. Но у тебя должно быть, я не знаю, там, в жопе что-то ёкнуть, что ты что-то делаешь не так. Нет, они, блядь, 20, 30, 50 могут матчи заебашить. Вот, и у них даже ничего не ёкает, они не понимают, что они делают что-то не так. Они считают, что 20-30 поражений — это норма. Вот, и часто бывает, меня бомбит, я тоже начинаю заходить, выходить из матча, делать АФК, строить полнейшую хуйню. Ну, это я, собственно, часто делал в Лиге Легенд, чтобы проучить этих уёбков. Вот, и это я делаю также в Старкрафте, чтобы, опять же, они такие сразу: «О, какое? А что ты ничего не строишь? Или что ты строишь там одних опсов, блядь?» Да потому что такие уёбки вот постоянно попадаются, которые полнейшую дичь строят. И, в общем, я тоже впускаюсь во все тяжкие, начинаю там по 10-20 матчей строить полнейшую дичь, и как бы, да похеру на них. Они мне стату запороли, я сейчас вам запарю стату. Видишь, он даже не отбивает, блядь. Все, это Протос уже на моем выходе. Сука, началось, начальники. Давайте сделаем мазафака защита и продолжаем раздавать. И также можно на Тайкуса того же, пожалуйста, Фэттани падает. Вот, и мы продолжаем терпеть боли, унижения. Выход следующего. Давай, мой хороший, подойди поближе. Та-ра-ра-та-та. Но меня, похоже, это не особо спасает. Выходы уже поменялись, перемешались. Ну, для этого аэро-идиота это хорошо, потому что здесь антиаэро не так уж и много. Вот. Но аэро-идиот 1, аэро-идиот 2, блядь. Против Стукова вообще не вздумай, блядь, воздух строить. Ты еще упоролся. У него там целая флотилия, блядь, антиаэро. И сажает, и убивает, и, короче, против Стукова это вообще прохладная тема. Ча-ча-ча, продолжает раздавать. Скажите, он же сдюжил. Ну, правильно сдюжил, потому что первый идиот его продамажил. Ну, опять же,
Протос-то его, он даже теперь уже протос мой. Скажи, любишь протосов, давай. Так иначе, давай, продолжаем. Мотопака щит, вот очень опасно, потому что, во-первых, щит, вот, и во-вторых, также они неплохо дамажат Тайкуса. Давай, подойди поближе и давай, мой хороший, бач. Но опять же, за счет щита очень большой дэмэдж они поглощают, поэтому не очень приятная тема. Выход следующего нашего аэроидиота. Ребят, вы скажете, что ты бэмишь, да, типа, вот, типа, ты такой из бокс Старкрафта. Ну, блять, я не строю всякую такую полнейшую дичь. Я могу ошибиться там, да, с чем-то. Но если я сразу понимаю, если человек даже не может первого юнита построить. Просто забавно, когда мне в комментариях пишут, о, а ты газ строишь не на этой минуте, а на той, а у тебя 2 газа, 3 газа, блять. Да, сука, тут дело не в газе даже. Вы, блять, объясните этим идиотам, они даже элементарно не могут отбить. Какие нахер газы? Вы ко мне цепляетесь за какие-то нахуй газы, блядь? Тут идиоты, блядь, ничего не могут сделать. Ну, давайте я тоже буду строить апсов там, не знаю, но зато с 1 газа. Вас это устроит? Зато, блядь, у меня 1 газ, и вы не сможете мне ничего сказать, типа, вот я играю с 1 газа и строю хуйню. Так они так и делают. Они строят хуйню, да, с 1 газа, хорошо. Так они ничего и не отбивают при этом. Дело не в газах. Тем более я на видео сколько раз доказываю, что у меня первое место по экономике, там, не знаю, в 90% случаев. Вот. А эти херни, да, они играют с 1 газа. У них мало того, что место по экономике, хер пойми какое, так они еще ничего не отбивают. Ой, я не могу, давай. Давай. Ну, с этим я думаю, что он разберется с горем пополам. ТПшится, отбивается, здорово. А следующий протос уже мой. Ты мой герой, протос ты мой. Пара-пара-па. Продолжаем делать улучшения. Вот. И надеяться сдюживать. Ча-ча-ча. Продолжаем раздавать. Та-та-та. Давай, мои хорошие. Вон наши брутальные парни. Я специально построил побольше ядрил, потому что, видишь, они выносят и начинают херачить по Тайкусу. Вот, и чем больше у нас ядрил, тем, собственно, больше шансов того, что Тайкус выживет и хотя бы в загару шмальнет гранатой. Но даже это меня не особо уже спасает. Вот, я специально в протоса граната не кидаю, то есть я могу это сделать, и тогда я буду протоса спокойно убивать. Но вы сами видите, что лучше продамажить ту же загару, которая имеет большую машину, вот, и помочь нашему идиоту 1. Идиот 1, а вот и идиот 2. Ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Просто чудо может нам помочь в этом сражении, потому что пока я выхода не вижу. Давайте хотя бы сделаем Т3, сделаем также наше улучшение. Просто я думал сделать побольше войск. Вообще в идеале нужно сделать Вегу с инвизом, да, который опалит. Потому что там могут быть инвизные темы. Вот, ну также она может там кого-то переманивать, там, не знаю, переманивать, сажать и так далее. Продолжаем раздавать и врагов всех убивать, и продолжаем, чу-чу. Давай, моя хорошая, вот это загаруша, ой, что творится-то, дымажем загару. Она, видишь, уже активно начинает строить антивоздух, вот, но это, похоже, не особо спасает. Продолжаем, раз, два. Ребят, я честно скажу, я не тешу надежды, когда я увидел, что человек, блядь, ни одного юнита не построил. Юнита не построил, потом пошел в Т2, выдел, что противник начинает активно строить войска. Он, блядь, пошел в Т2, начал строить аэрохуйню. Я сразу понял, чем этот матч закончится. То есть, имея, скажем так, большой опыт в Direct Strike, уже понимаешь, что от этих идиотов можно ожидать. Я пытаюсь сделать атаку, давайте хотя бы пару раз это сделаем. Давайте, парни. Нам остается просто терпеть, когда нас задавит экономика, потому что выхода я не вижу. У противника уже тупо больше денежек. Вот, и вопрос времени, когда он сможет нас продавить, додавить и... Ой, давай, моя хорошая, давай, пожирнее, повкуснее. О, типа... Но опять же, за счет щита очень много дэмэджа поглощается. Почему-то он постоянно, видишь, на моем выходе кастует, и я не могу раскрыть свой потенциал. Ча-ча-ча-ча-ча, нихера там дэмэдж. Обалдеть, понастроил он там. Чертяга это, чертяга. Ну, опять же, видишь, ребят, он все ближе к нашей базе, и рано или поздно он просто придет и расхерачит.
Потому что денежек у него больше у противника и... Давай, ча-ча-ча, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Па-па-па, па-па-па. Отбился с горем пополам. Но опять же, это вопрос времени, когда они придут и уже додавят. Здесь вообще полнейшая дичь, строят нон-стоп своих сталкеров. Я не помню, как они называются, пусть будут сталкеры. Вот. Но так иначе. Так и иначе, едем мы на дачу. Не-не, давайте ждем. Очень большой соблазн. Но если здоров... Нет, блять, надо было бросать. Я что-то я передержал, потому что уже был. Здоровья мало. Ну, опять же, ребят, это вопрос времени. Сейчас у него будет больше, больше, больше войск. И рано или поздно он спокойно сможет добить. Потому что, опять же, денежек у них больше и... Аэроидиот, блять, два. А, нет, подожди, это первый, следующий, Аэроидиот 2. Давай уже. Ну, видишь, видишь, он уже даже это не отбивает, потом этот сейчас... Не, ребят, уже там Александр тебе, пожалуйста, блядь. Я банально ничего построить не могу там Александры по полтора косаря, блядь. Не, ребята, надо вегу делать по-любому, потому что там, видишь, уже и воздух тебе, пожалуйста. И надо переманивать еще, не. Давайте копим на вегу и отбиваем выход. Пытаемся это сделать. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, продолжай. Не очень важно, чтобы они такусы не дамажили, чтобы я гранаты бросил именно в загару. Вот, ну видишь, я в прошлый раз передержал, поэтому... Давай. Очень жалко, что у нас нету войск, которые могут скапливаться. Я в том плане, там, колоссы, темпесты и прочие прелести жизни. Давайте загару... Алёша, что ты несёшь? Давайте загару поставим. Вот, делаем также палилка инвиза и все, что с этим связано. Продолжаем раздавать и врагов всех убивать. Продолжаем. Чу-чу. Давайте, мои хорошие. Александр. Вот, давай. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки, ты скучаешь зря. Алёшки, все твои мечты. Так, Серёги, позабыла ты. Нихера он жучит его. Но опять же, воздух, да, он жучит. А вот с землёй придётся разбираться. О, уже с вегой, здорово, палим инвиз. Также можем переманивать. Вопрос только, кого, блядь, переманивать. О, там целая толпа. Обалдеть. Разумеется, давайте продамажим как можно сильнее загару, которая выходит. Сразу следующий. Следующий кричит заведующий. Держи, моя хорошая. О, это сочно. Это было сочно. И по хантер-киллерам попало еще. Вай. Вай, куда деваться. Но дамажим не более того. Хотя, ребят, мы выходим на центр. Что так можно было? Не, опять же, ребят, я не верю в это, потому что мы, скажем так, подрались хорошо под базой и не более того. Да, такое бывает, что ты выходишь на центр, но у противника денег больше, он тебя тупо задавит по финансам, поэтому наши финансы поют романсы. Давай, Александр Эмин, о, пожалуйста, Вася, давай, до свидания. Нихера он там, ой, мазафака щит, но хорошо, что не на моем выходе, потому что он постоянно на моем выходе, этот свой мазафака щит. Вот. И наши, давайте, сдюживают, а там не сдюживают, я пока не понимаю. Но там же, опять же, щит тот же самый. И наш выход, продвигаемся вперед, там еще протос тебе остается, пожалуйста. И загар тебе, пожалуйста. Ой, сколько! Каждой твари по паре, продолжаем раздавать. Давайте, опять же, продолжим ядрило тот же самый. Делаем улучшение и... Все похоже. Подрались немного на центре, даже не занимая его. Давайте назад. Вася, давай, до свидания. Есть такое. Продолжаем раздавать. Давайте, парни. Правда, я не верю ни во что, никого, ничего. Это, как по мне, вопрос времени, когда противник сможет додавить. Пуч. О, пуч. Пуч и наклавуч. Фу, ну что, ребята, ждем нашего выхода. У противника, у союзника еще остаются войска и уже наш выход. Вон наши брутальные парни врываются и продолжают раздавать. Ждем загару. Загара, ты моя хорошая, давай. Ты моя хорошая, давай, подойди поближе. Па-па-па-па. О, держи. Обалденно. Но дэмэдж оставляет желать лучшего. Дамажем, но не более того.
Фу, ну чё, от загара остаются уже рожки до ножки. Надеемся, что наш союзник разберется. Ну, а нам нужно продолжать строить наши войска. О, эра херня. Ой, не могу. Александр, дайте, пожалуйста. О, Гиперион, да, и прочие прелести жизни. Продвигаются дальше наши ребята и надеемся на лучшее. Надеемся, что два аэродиота смогут додавить противника, который по большей части масит землю. И надеяться на лучшее, опять же. Нам остается только надеяться на лучшее, да. Изначально я пытался надеяться на себя, но нет, остается надеяться на лучшее. Давай уже, ча-ча-ча, продолжаем раздавать наш выход. О, это Алексин. Давайте, загара тебе, пожалуйста. Это загаруша? Давай, моя хорошая. Ой, подойди поближе. Держи, мой хороший. Можно было получше, но, как по мне, противник, видишь, он распалитался налево-направо, поэтому не особо. Не особо можно хорошо было бросить. И я пока думаю, что строить следующим. Я думаю, что есть смысл продолжать строить ядрил, потому что они неплохо дамажат, тем более с улучшением на Т4, которая позволяет делать четырехкратный дэмэдж. Вот, и не знаю. Они, видишь, они также еще станет противника, тоже обалденная тема. Поэтому. Ой, что творится-то? Ой, и сажает, убивает. Па-па-па-па. Напоминаю, что у противника больше денежек, поэтому. Давай, давай, дамажит, 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 давай. О, шары. Вася, давай, до свидания. Неужели опять мы в какой-то веке пытаемся выйти на центр? Вопрос только надолго и насколько, да? Следующий выход загара. Сейчас она покажет, кто в доме хозяин. И, разумеется, давайте подойдем поближе. Держи, моя хорошая. Подожди, я попал. Я, сука, я не успел. Я попал. Я, по-моему, попал. Вот. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Блять, мы занимаем центр. А что, так можно было, что ли? Неужели? Неужели? Выходит следующий противник, выходит наш союзник, мы уже удерживаем центр, и есть шанс того, что мы можем немного подержать центр, и такие, типа, парни, все хорошо, все хорошо. Вот, давайте, ребята, продолжать делать улучшения, можно поставить на автокаст и наблюдать за этим безумием, но противник местами пытается перехватить центр, напоминаю, что у него больше денежек, и остается верить в то, что воздух наших союзников сможет убить землю противников. Артанис опять кастует щит. Надеемся, что на нашем выходе он закончится, поэтому. Ча-ча-ча. Там, блять, еще Протос, еще загара уже топает. Ой, блять, она еще этот Френзи кастанула. Обалдеть, сейчас будет весело. Держи, моя хорошая. Па-па-па-па-па-па, не. Загара, конечно, сминает просто на раз-два. Мы продолжаем удерживать центр, но это без вариантов. Потому что вы сами видите, что у загара там целая толпа. Опять же, тот же самый Френзи. Давайте продолжать делать улучшения. И... О, братан, брутальный парень. Есть работенка. И выход наших следующих союзников. Сажает, убивает и особо даже не заморачивается. Ребята, у нас уже Т4 на подходе. Но пока не ясно вообще, куда, чего, почему. Противник дал немного подержать тебя центр, типа, братан, давай, давай до базы обратно, да? Давайте, мои хорошие, продолжаем раздавать и врагов всех убьем. Блять, нихера он там намасил. Обалдеть. Наш выход, давайте, давайте, брутальные парни. Во. Но видишь, чем минус этих сталкеров, потому что они друг другу мешают. Их большая толпа, ему лучше надо было темпостов делать тех же самых. Они, видишь, они мешают друг другу и нивелируются. Это, блядь, как 300 спартанцев. То, что у тебя есть большая толпа, это нивелируется. Они мешают. Они первые стоят, стреляют, а остальные стоят там, дрочат. Они ничего не делают. Поэтому не надо сильно упарываться и масить землю. Потому что, если у тебя есть денежка, строй, блядь, побольше лучше воздуха того же, да? Потому что, видишь, они стоят, блядь. То есть, первый ряд, допустим, первые два ряда стреляют, остальные стоят там, дрочат, они ничего не делают. Вот. И, разумеется, это нивелируется твое преимущество. Поэтому делаешь максимум два ряда, вот, и потом уже добавляешь воздуха. Потому что, ну, не так не делается, блядь, что первые два ряда стоят, остальные там, не знаю,
Не пойми, чем занимаются. Давайте ребята купим уже на Т4, потому что уже время три беремя. Блять, вот неужели он видео мои смотрит, а как вообще? Воздух начал добавлять. Начал воздух добавлять, мы продолжаем удерживать центр и наш выход. О, это зергушонок. О, давай продолжаем. Ча-ча-ча-ча, у нас уже большая толпа наших брутальных парней. Гранату пока не юзаю, ждем. Ждем и держим. Давай, мои хорошие. Здорово, загорая разобрались. Ребята, у меня уже ночь, и поэтому я уже немного устал, упоролся, поэтому... В общем, продвигаемся вперед, даже подамажили немного фотонку, но не более того. Ждем выход нашего следующего аэроидиота. Идиотом! Блять, уже Т4 какого черта. Алёха стоит, не вникает. Давайте... Не, защита покеру. Давайте лучше сделаем побольше персонажей. И следующий противник падает. И мы продолжаем удерживать центр, что также не может не радовать. Выходит Протос, щит пока не готов, похоже, у Протоса. Наш Ханахоне выходит. Ханахоне! Вот видишь, опять же, видишь, они стоят, надрачивают. О, ну так уже получше. Потому что, видишь, у нас и под землей, и по воздуху, поэтому... В общем, так не делается. Две линии строишь, а потом уже есть смысл уйти в воздух. И давайте продолжать дамажить. Я даже не знаю, очень большой соблазн, но нет, давайте держим гранату и воспользуемся против следующего противника. Давайте, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Держи, мой хороший. Буч. Не знаю вообще, есть ли может смысл заюзать против Загары то же самое и побыстрее вынести фотонку. Черт его знает. Но так иначе, денежка есть, поэтому давайте продолжать делать улучшения. А, то еще тут улучшение. Вау. Давай, почему нет? Делаем улучшение и надеемся на наших... Уже на наших парней. Скажи, 5 секунд назад были аэроидиоты, да, уже наши парни. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Че я несу? Алёша, акстись. Давайте, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. О, давайте, наши брутальные парни. Так, а что у нас там по улучшениям? О, пожалуйста, тебе. Ой, давайте продолжать делать улучшения, не забываем. И наш выход... Блять, подожди. Гранаты, надо гранаты сделать. О, гранаты. Последний момент, похоже, потому что здоровья у него... Почти не оставалось. Наши парни спокойно добивают землю. Противник двигается дальше и занимает... Черт его знает, что он занимает, блядь. Противник в любом случае удерживает центр. Мы отвлекаем землю на себя, что приятно. И нашему союзнику придется сражаться онли с воздухом. Но даже это он, похоже, не сдюживает. Но противник продолжает удерживать центр. О, наши парни скапливаются. Выходит Протос такой. О, Интарадун, пацаны, сейчас я вас пожухаю. Давай, Протос. Ой, поджаривает. Вот, давай, парни наши продолжают. О, два аэроидиота могут уже убивать землю, воздух и не может не радовать. Наш выход за горуши. Блять, такая каша, я даже... Давай. Будь. Обалдеть, от загара уже почти ничего не остается, и мы двигаемся дальше. Давайте, в атаку! Фотонка долго у противника держалась, сопротивлялась, но будем надеяться, что наши парни до нее доберутся. Нет, Стуков спокойно убивает наших парней и даже особо не заморачивается. Но опять же мы продолжаем удерживать от центра и. Так, а что у нас там по улучшениям? Ага. Наконец-то по делу. Пизди. Правильно, он ядрило говорит. Наконец-то по делу, а то Лёха. Ха-ха, есть такое. Что вы хотели, уже следующее улучшение. Даже не знаю. Нет, давайте. Так и быть, у нас делается улучшение, которое позволяет воскрешаться ядрили. И потом уже ни на что денежку не тратим. Копим на следующий тир, так называемый. Ну и надеемся, что наши парни уже пожухают фотонку. Давайте, мои хорошие. О, ча-ча-ча-ча-ча-ча, уже наш выход. Бам! Батя в здании, да?
Нихера там толпа, тебя, пожалуйста, и по земле, и по воздуху. Что творится-то? Двигаемся дальше. Большие шансы пожамкать фотонку. Фотонка падает. И выход следующего противника. Держи, братан. От души душевно в душу. Вася, давай до свидания. Надо сделать еще одну вегу, но после улучшения. Не более того. Нихера, наши парни добегают. Давай. Ча-ча-ча-ча. Давай. Давай, блядь. Я победа! Неужели мы сдюжили? Я до последнего не верил, что это удастся, да? Опять же, что касается денег, подозрительно, что у противника денежек меньше, при этом они почти весь матч удерживали центр. Вот опять же, они там сидели на одном газу, и стоило ему там потерять от центра буквально там минут на 5, они уже не сдюживают. Так и иначе, ребята, давайте сделаем небольшую паузу и увидимся в следующем матче за Зергушет. Пусть и небольшая пауза, мы продолжаем. Давайте, следующее сражение. Ты дрянь. Сколько... ты нас там предала. Сколько их ты убила? Видел бы тебя сейчас, Рейнер. Давайте поставим Сару Керриган. Блять, дайте мне выбрать персонажа, какого чёрта, бля. Во, давай. Я не могу, давай. Да неужели? Ты дрянь. Ты предал нас всех. И ради чего? Ради своей жалкой мести? Сколько их ты убила? Сколько их еще ждет смерть? Видел бы тебя сейчас, Рейнер. Ты тварь. В тебе не осталось ничего человеческого. Ты предала нас всех. И ради чего? Своей жалкой мести. Скольких невинных ты уже убила? Скольких еще ждет смерть? Видел бы тебя сейчас, Рейнер. Мальчик, мы свой начинаем, Сару мы скорее втыкаем. Пара-пара, папа, блядь, дорого. Дорого, начальники. Давайте, Сара тоже самое, строю на расстоянии, потому что может... Для ультралов, в общем. Ага, ничего. А, о, зилы, да в какой-то веке, блядь. Сука, Т2, идиот, еще один. Фу. Давайте, ребята, сразу автокаст на газ, на... Также надо сделать улучшение и сделаем также, чтобы зарабатывать больше денежек. Итак, куча собак тех же самых. Давай, моя хорошая. Ой, что творится-то? Вот, мы занимаем центр, поэтому давайте отпрыгивать и поможем следующему противнику, союзнику. А, о, наши. А противник ни хера не делает, поэтому получаем удовольствие, что могу сказать. Во, это брутальные селочки, это, по-моему, Ворозун, если мне память не изменяет. И есть смысл уже строить тех же самых королев, которые позволят восполнять здоровье. И, значит, масса собаки. Но, опять же, это не масса собаки, это просто... Ребят, короче, выходим, блядь, нахуй. Ну, серьезно, ну, блядь, как ты идиот, что ли? Ребят, ну ты идиот. Не хочу ничего говорить. Блять, как же тут много... Держите меня семеро, потому что если я сейчас начну, меня не остановить. Какой же дебил ты, блять. Он ни выхода не видел, ничего, просто, блять, фениксы. Почему, блять, фениксы? Почему не апсы там те же? Вот, блять, дебил, блять. Ой, как же меня уже бомбит с этого Старкрафта. Ну, идиот на идиоте-то, камон. Ага, двигаемся дальше, продолжаем отскакивать. А, там уже противник. Ой, да неужели. Давайте разливать крипы, оставить криптумор и надеяться, что наш союзник отобьется. Давайте побольше тех же самых королев, они же квины. Вот, и... Во, хорош. Хорош ядрёный овоз. Но я за него не переживаю, я за вот... Сука, он увидел, что он не справляется и начал мазить фениксом. Ну ты дебил, нет. Ты дебил, чеда. Ну а, блять, Аларака, ты как будешь убивать там? Аларак с печки, бряк. О, вот же идиот, а. Сука, дебил вообще, я не понимаю. Ну не знаю, там уже масса собаки. Давайте продолжаем. Блять, видишь, он будет мешать моим королевам же. Ёперный театр, блять, да... Идиот, серьезно, наркоман, блядь, точно. Сука, он мешает. Королевы меня не хиляют. Еще буду я, блядь,
против Аларака стоять, до этого упоролся. Из-за того, что дебил, блядь, какую-то хуйню строит. Сука, он продолжает. О, идиоты. Вот чем отличается плохой игрок от идиота? Плохой игрок не знает, что строить, да? А идиот, он видит, что он не справляется и, блядь, продолжает свою хуйню строить в надежде на то, что авось прокатит. Нет, блядь, не прокатит. Так это не работает. Протос. Надежда на этого Протоса, что он будет убивать два выхода, потому что этот дебил, блядь, настроил какую-то хуйни. Сука, Протос, давай, Ворозуча сделала. Сделала мой вечер, сделала мой день, блядь. Она справилась с выходом этого идиота, блядь. Так, ребята, подозрительно, потому что собаки и больше ничего нету. Там может быть свеча воздух, но надеемся на лучшее. Давайте уже Т2, потому что нужно добавлять наши войска. Продолжаем разливать якрип. Протос, я тебя умоляю, ради всего святого, ради протосов моих любимых, убивай нахуй два выхода, потому что тот идиот такую хуету настроил. Показывай. Ёб тудей, он до сих пор никого не убивал и только сейчас понял, что надо строить землю. Вот. Как ты дошел до этого, до такой умной мысли? Ой, не могу... Примерно на 6-й минуте Ворозун может бросать воронку, но я не знаю, насколько это хорошая Ворозун, потому что некоторые дебилы даже на 20-й минуте не могут заюзать свои способности. Они не знают про них, там не знаю. Или они считают, что они и так сдюжат. Я даже не буду пытаться догадываться. Так или иначе, у противника только собаки, и я пока даже не знаю, что делать. Продолжаем делать улучшения. Давайте сделаем... Для Сары, и надо уже строить... неужели? Надо строить гидру, то же самое. Во, поможем нашему протосу, союзнику. Потому что это единственный лучик света в этом царстве тьмы. Потому что то, что... Вот, и воронка пошла. Ой, ты мой хороший. Ой, мой хороший. И про воронку он знает. И два выхода отбивает, блядь. Молодец, по-другому не скажу. О, да уж, давайте, ребята, это гидруля. О, гидрулька, я тебя так люблю. Уёбок, блядь, себе. Серьезно, сегодня день, блядь, аэроуёбков, что ли? Как это работает? Давайте делаем улучшение на гидрусю. Вот, и выходит... я понял, Т3, давай. Давай. Только я начал гидру строить, он начал строить какую-то хуйню, блядь, тетришную. Ну, давай посмотрим. Королевы танкуют, да? Также восполняют здоровье. Вот. И вот, и, пожалуйста, все, и вот Т3, нахуй. Ну, сейчас остается только добивать, разумеется. Давай, наяривай. Скажи, ой, Леха, ты не справляешься. Сейчас сделаем все. Там, видишь, там Аларак оставался, там Сара сражалась не с... слоном тем же самым. Так я сам могу в слонов пойти. Так что в этом плане все хорошо. Ой, что творится-то? А Протос-то уже разваливается. А, сука, это Аларак живучий случай. Он до сих пор живой, по-моему, тот еще Аларак. С печки бряг, блядь. Обалдеть. Давайте также улучшение. Сука, аэро, идиот, блядь. Ой, не могу, это идиот. Давай уже. Продолжаем раздавать и врагов всех убивать. Видишь, он слонов поднять он не может, да? Потому что слоны не поднимаются. Персонажей поднять он не может, потому что персонажи тоже не поднимаются. Идиот, блядь, идиот. По-другому не скажешь. Продолжаем пытаться выжить, сдюжить, и в этом плане все хорошо. Ну, то есть от него пользы нулевая, просто нулевая. Он ничего не делает. Вот, давайте вместе с этим идиотом воздушным попытаемся помочь нашему Протосу. В какой-то веке помочь. Потому что у нас Протоса долго помогал этому дебилу, блядь. Так что... Во, парни, идем мы в бой. Сука. Какой, сука, ты дебил, блядь, вы видели? Он куда лазер кастанул? На червячка, что ли? Ой, блядь, как же много тут дебилов-то в Старкрафте. Ой, я не могу. О, что творится-то? Сука, он на него кастанул лучи, блядь. Короче, я, ребята, если сейчас начну, меня не остановить. Какой же дебил, блядь.
Ну вот поэтому нахуй StarCraft надо удалять и забывать. Потому что тут идиот на идиоте, блядь. Тут уже просто уже слов не хватает, нервов не хватает. Потому что любая игра должна приносить удовольствие. А тут сплошные только нервы, не более того. Во, пожучили. Давайте, ребята, так и быть. Поехали в Т3, сделаем слонов, уже достроим тогда гидру, и в этом плане все хорошо. Выходит наш Протос, который, блядь, нормальный Протос. Он знает, что такое воронка. Вот Протос, который знает, что такое воронка, это уже, блядь, в моем понимании платиновая лига. Потому что... Серьезно. А если он еще и выход отбивает, это все нахуй. Топы корейского ML там или ГМЛ там, как оно называется. Вот, потому что вот это уебище. Он ничего не может. Даже не дерево, это ракушка, там, не знаю, слив туалета, там, что можно сказать еще. Давайте поделаем разные приколюхи, делаем Т3 на атаку. Вот, Фета не падает. И уже мы бежим. Эй, о, ты бой. Не, на слонов, похоже, бесполезно эту херню кастовать. Это он кастанул, у него тоже есть Сара. Не, давай, подождем. Не, уже кастовать, похоже, пора. Здоровья остается очень мало. Давай, продолжаем раздавать. Ну, сейчас мы тоже будем делать слонов, они также будут танковать. Вот, и там надо делать апса, потому что там уже появились инвизные темы у дыхаки, порванной сраки. Вот, и давайте, ребята, уже начинаем, продолжаем. Делаем слонов тех же самых, не забываем про улучшение, и тогда у вас все будет хорошо, блин. Вот серьезно, Протос сделал мой день. Он мало того, что отбивал выходы, да? Он сделал воронку по таймингу. Так что, ребята, это уже тупо корейского ML, там, ЖПЛ, как она называется, да? Вот, в моем понимании. Потому что... ладно, давайте я не буду уже бомбить одно, да потому. У нас уже есть слоны, ну, начинают слониться. Слониться. Новое слово не строится, да, а слониться. Слониться. Колоссы колосится, слоны слонится, ядра ядрится, ядрится, люра лирится, грелки грилится, да, на гриле. Я уже заговорил, серьезно, очень устал уже, у меня часов 11, даже могу на телефоне, ну да, половина 12 уже даже, половина 12. Ой, что творится-то? Ой! Победа, ничего себе! Протос, это Протос молодец, блядь. Протос ворозун, который, блядь, идиот, блядь, своим лучом. В жопу, блядь, себе лучом своим посвети. Вот опять же, давайте просто пройдемся. Я вот не помню. Давайте по профилю. Ну, ребят! Ну, посмотри профиль! Ну, о чем уже разговаривать, блядь? О чем уже разговаривать? Вот это, о чем? О чем уже разговаривать? Ну, неужели у тебя в твоей тупой башке, блядь, ничего не, там не поворачивается? Ну, тоже. Вот тоже. Хотя там один из этих протосов, это ML Мастер Лига корейская, да? Вот. Ну, сравни. Просто ради интереса, блядь. О, есть разница? А? Ребят. Нет, я не кичусь, типа, я не понтуюсь. Ну просто, блядь, если у тебя 50 поражений, ты удали нахер StarCraft, пожалуйста. Или там, сражайся один на один, пожалуйста. Ладно, давайте, небольшая пауза и за протосов. И мы продолжаем. Давайте следующее сражение за протосений. Протосений, давайте, мои хорошие. Протосений. А, давайте поставим того же карася, почему нет. И... да, поехали. Мне вот интересно, что бы он делал, если на его выходе был бы Тайкус. Вот. Потому что он даже бы его не смог поднять, а Тайкус его спокойно бы убивал. Вот, я к тому, что... что делал? Продолжал бы строить фениксов. А что делал? Че задают тупые вопросы, да, Леха? Че делал? Видишь, Тайкуса надо побольше фениксов захерачить, и все будет хорошо в твоей жизни. Ой, давайте, так и выйти уже почти... почти банда собралась и... о, Феникс тебе, пожалуйста. Не, давайте карася так и быть, потому что в прошлый раз у нас было заворозун. И, надеемся, сдюжим. Опять же, первое место ненавижу, блядь, начинать. Потому что денежек нету, нихера построить не можешь, блядь. Не знаешь там, во что пошел противник и так далее. Против нас играет чувак с именем
токсик, но вы не знаете меня, ребята, потому что у меня сейчас микрофон перекрывает клавиатуру. Если я вижу полнейшую дичь, то я начинаю так бомбить. Спросите у Сережи, с которым мы иногда записываем видео, как я бывает бомблю. Бомблю я очень сильно, очень дико. Вот. Так, значит, здесь ничего без газа, и здесь и газ, и ничего. Обалденно, обалденно. Давайте сделаем чардж. Восстановление пока не делаем, потому что это бывает плохо. Сейчас давайте занимаем центр, а потом... Надо было сделать... А давай сделаем. А бывает плохо, потому что бывают заведомо проигрышные выходы. Ну, ты понимаешь, что ты не убьешь. Вот, и противник, получается, сражается на твоей стороне, но не добегает до фотонки, потому что у тебя это возрождение, воскрешение. Вот сейчас оно хорошо было, надо было сделать это до того, как нового снайпшотом по мне херануло. Тогда можно было ее пожухать. Вот, ну так иначе, давайте продолжаем. Но она в любом случае пойдет хеллбатов тех же самых, поэтому сильно упарываться по зелам не стоит. То есть, надо уже думать про Т2, там, тех же самых имморталов. Вот опять же, блядь, за счет того, что он построил, как, построил как уебан, эта нова словила снайпшот, ее мало того, что вообще убили. И ща я еще снайпшоты половлю. Вот что творится-то. Давайте. А что давайте? Давайте отбиваться, блядь. Не надо так фотонки свои строить. Давай, мои хорошие. Да неужели? Нова одна остается, она переходит в режим дробовика, и пока не ясно. Продолжаем добавлять зелов, больше не делаем. Уже есть смысл Т2, Immortal и все, что с этим связано. Нова сдюживает, но остается очень мало здоровья. Давай, о, Вася, давай, до свидания. Но опять же, нужно побольше машины, потому что один мародер, и то почему-то он... Да, он не третий уровень, поэтому у него, потому что на третьем уровне он может джень-джень-джень-джень-джень-джень вот так делать. Блять, чувак, ты за 2-3 выхода мог мародера одного построить? Серьезно, блять? А деньги ты куда деешь-то, блять? Жопу подтираешь, что ли? Ну, начинается, блять. Ну, ребят, уже там третий выход, они видят, что не сдюживают. Нет, блять, одна нова стоит. Ну, давай сиди, блять, на 20-й минуте, может, первого юнита построишь, потом к нове своей добавишь, блять, когда уже выебут тебя вместе с базой. Ну, блять, ну какого хуя? Ну, вы видите, что не сдюживаем. Ну, хули вы не строите-то нихуя, блять. Так и будут сидеть на своем одном юните. Когда фотонка упадет, только тогда в их ебучем мозгу дойдет, что надо, блять, что-то строить, блять. Дебилы, блять, дебил на дебиле. Да пошел нахер этот Старкрафт ебучий, блять. Достало уже. Давай уже, выходит. Ча-ча-ча-ча-ча, уже третий уровень. Мог сразу три... А, блять, потому что он только начал. Только начал, может, у него не хватало опыта. Вот, он добивает... Ну, опять же, видишь, он добивает только мои войска, и на противника уже ни хера не остается. Поэтому... Ну, давайте ждать Т2 уже. Может, еще буквально пару зелов делать, потому что они... Нужны только для затанковки. Здесь инвизные банши. Ну да, да, согласен. Но опять же, видишь, чуть побольше будет имморталов, они спокойно будут убивать. Да, согласен, это хорошая тема, но, опять же, подчеркиваю, только для, скажем так, начала. Потому что противник уже сразу будет делать реакцию, скажем так, да, и ты должен уже во что-то пойти, во что-то свечиться. То есть, он, видишь, он задерживает голиафов противника, ну а мы пытаемся его пожухать. Сейчас у нас и пойдут имморталы, и тогда уже, ребята, поразговариваем за жизнь, так скажем, да? Продолжаем раздавать и врагов всех убивать, а продолжаем, чё-чё. Ну, дамажим новую, я понимаю, что не убиваем, но опять же, сейчас имморталы пойдут, они поразговаривают за жизнь. Вот, и давайте, мои хорошие, ой, мой хороший, хлопаем в ладоши. Так, подожди, вот сюда его захерачим. Там уже, блядь, большая целая толпа. Будем надеяться, что Нова сможет убивать... Может и не может. Ба-ба-ба. О, там фени уже пошли. Это минус фотонка, это, ребята, уже очень похоже на это. Блять, обидно, залпы полностью потратили на противника, и на наш выход уже залпов не будет. Будем надеяться, что наши зелы затанкуют, то есть их задача танковать для наших имморталов, и продолжаем раздавать. Давай, мои хорошие. Поджарим следующего противника, надеюсь, поджарим, да? Ага, ага.
Зачем ты, блядь, хуйни всех расстроил? Остановите, Лёша, надо выйти, давайте. Ой-ой-ой, давай, ой, падал, ой, как зашел, ой, зашел, ой, Вася, давай, до свидания. Неплохо он зашел. Вот, я просто переживал, потому что я лучше кастовал на перспективу, чтобы он зашел в него. Вот, он остановился, я уже начал переживать, но нет, зашел он таки в луч, и я сделал свои грязные делишки. Следующий луч. Дебил, блядь, там 4 банши еле живые, ну зачем ты, ну хотя это противник, противник-идиот, это всегда хорошо, но видишь, сегодня он против тебя, завтра он за тебя уже будет, поэтому не очень приятно, блядь, я думал, кто меня убивает, блядь, а тварь, что творится-то, набегаем, раздаем, и здорово, что у нас, видите, ребята, зелы танкуют, ну а имморталы спокойно делают свои дела. Дела деловые, да? Добавляем побольше имов. Во, продолжаем раздавать и врагам. Очень важно, чтобы наш Менск справлялся. Пока мы этого не знаем, давайте затестим, потому что в прошлый раз его лучом поджарил. И пока, Менск. Нихера он не справляется, блядь. Вот. И я пока не знаю, куда пойти, куда податься. То есть, либо мне Т3 делать колоссу, да, вот, либо упарываться по воздуху, потому что... Давай. А чё, ну, до сих пор 4 банши, как было 4, так и остаются. Опять они сидят на одном юните, надрачивают. Просто, видишь, я-то свои залпы не хочу тратить, да? Вот, давай, ча-ча-ча. Не, давайте сделаем пару самолетиков, вот, и отключаем поднимание. Потому что мне это нахер не надо. Вот, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. И мы спокойно убиваем голиафов, да, то есть зилы танкуют и двигаемся дальше. Давайте поможем нашему следующему Менску бесполезному, блять. А? Мой опсик, моего опсика жучит опсика, твари. Следующего поможем, ча-ча-ча. Но опять же, да, 2 танка, будем надеяться, что танк новый и Менска того же зарешают. Доминион тут собрался, блять, вокруг меня, вокруг Протаса, перворожденного, доминионы, поганые тираны. Фу-фу. Ну что, ребята, у нового продолжает строить танки. Опять же, это не очень правильное решение, потому что танки голые. Может, любой идиот по земле до них добежать и пожухать, да? Тем более, что у противника есть просто куча воздуха. Давайте самолеты добавлять, потому что, видишь, я не хочу тратить залпы имморталов на какую-то чепуху, блядь. Чепуху. Вот, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Это также караксовские фениксы, вот. У него уже целая толпа этих феник. И мне будет очень тяжело перемасить его по воздуху, потому что они у него уже есть. А я только начал строить. И вообще это не мой выход, начнем с того, да. На моем выходе он новое к бою готово, так что... Ага, давайте побольше сделаем. Во. Следующий выход не убивает, по-моему. Ну, видишь, воздух остается. Наши эти идиоты, блядь, не могут убить воздух. При том, что это, блядь, не мой воздух-то ни разу. Там, ой, что творится-то. Ново там, блядь, вообще. Посмотри, ребята, ну, Immortal спокойно доходит до, собственно, танков, о чем я озвучивал, да? Она вообще не убивает. Настолько она не убивает свой выход, что просто пиздец, блядь. Она ни воздух не убивает, ни имморталов. И она не может убить. Потому что имморталы специально против танков создавались. А я должен, блядь, и ту, и это, блядь, и следующего, и этого убивать, да? Ага, устроились. По балетке. Не, ребят, мне, по идее, против новой надо имморталы. Вот. Но я не могу добавлять имморталы, потому что на моем выходе остается всякая чепуха, блядь. Которые надо убивать по земле. Начинается, вот серьезно. А, давай это, идиоты, блядь, давайте, соображайте, что строить. Ну, тоже, блядь, какую-то херни настроил. Чё ты вообще строишь-то? Чё ты делаешь-то, блядь? Голиафы, блядь. Два, за... Блядь, он за целый выход одного голиафа добавил. Ты ебанутый, блядь, ты цены сравнивал, блядь. Сколько ты получаешь за один полный выход? Почему у тебя один голиаф? Должно быть 21, блядь. Давай уже убивай свой ебучий воздух-то. Почему я должен его убивать-то? Это не мой.
Не хочу, не хочу. Продвигаемся дальше. Давайте поджарим. А не, давайте следующего поджарим, потому что там настолько не справляется, что тем более новое очень расплитано, да? Там сям трям. Вот. Опять же, вот что мне делать? Меня, блядь, на воздух убивать, землю убивать, что мне убивать-то в итоге? Давайте вот так как дыхакой. Подожди, там Каракс в прошлом сражении, как идиот, блядь, на фотонку бросил лучик, да? И в итоге. Давайте так же буду, как идиот, играть. А потом спрашивают. Ну, точнее, не спрашивают, а когда я захожу сливать по 20-30 матчей, мне пингуют, типа, и спрашивают в чате, ты тролль? А что ты строишь? Так, блядь, эти пидорасы, дебилы, блядь, то же самое это делают. Почему? Вот сейчас вы не спрашиваете, почему этот идиот не спрашивает этого идиота, что он строит? А этот идиот не спрашивает этого идиота, что он строит? Почему, когда я захожу и строю хуйню, начинается в чате какое-то пиздообразие? Начинает мне, а что ты строишь? А ты тролль? А ты специально ливаешь? Репорт? Да зарепортитесь, блядь, нахуй, я уже сотни матчей насливал. И продолжу это делать, если вы ебанутые, блядь, играть не научитесь. Потому что я уже устал. Серьезно, камон. Я не против. Давайте, новички, там все хорошо. Но, блядь, почему вы со мной сражаетесь-то? Вместе мне в команду попадаетесь. Я не для того столько мучился, чтобы, блядь, в 22-м году играть с дебилами, которыми элементарно ничего отбить не могут. Но, опять же, вот сейчас мне фениксы не нужны, потому что на моем выходе ново. Не, ребята, короче, надо Т3 делать и колоссы те же самые, потому что так это не работает. Мы тогда сможем и нового убивать, и следующего также жухать. Потому что без колоссов тут не разберешься. Но опять же, на моем выходе остается воздух, блядь, который нового не убивает. У нее до сих пор 4 голяфа, это весь ее антивоздух, блядь. Это ебануло, что ли? Ебаный ты в рот. У нее там по земле имморталы, по воздуху там. При том, что нова очень хорошо убивает Т3 воздух. Но по факту она здесь нихуя не убивает. Просто идиот и дебил. Давай уже, ча-ча-ча-ча-ча, там еще танки по земле, пожалуйста. Но мне надо, мне в любом случае придется строить воздух. Я не могу пойти в колоссов. Потому что эти фениксы и батоны меня нахуячат, моих колоссов. Пиздец, блядь, я не могу ни со своим выходом разобраться, ни с следующим. Только потому, что новая ебанутая не может убить свой ебучий воздух. Которая голиафами спокойно разносится. Построил там две линии этих голиафов. И Вася, давай, до свидания. Но нет, блядь, у него 4 голиафы. Я хуй фотонки буду ставить. Если ты ебанутый, блядь, проигрывая матч. Потому что, как говорит поговорка, нубс маздай. Если ты долбоеб, то должен сдохнуть. Проблема в том, что я с тобой еще так же потрепаюсь. Давайте делать улучшения. Пламя то же самое. Я ничего не буду делать, ребят, серьезно, я ни одной фотонки не поставлю. Если ты дебил, тебе никакая фотонка не поможет. Поражение. Опять же, по деньгам все хорошо, да? По деньгам все хорошо. Не очень хочется заканчивать на такой неприятной ноте, но, похоже, придется. В итоге две победы и одно поражение. И то победы с большим скрипом. Давайте, мои хорошие, прощаться. Если видео понравилось, большой палец вверх. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.